Жители Алматы вынуждены передвигаться по мегаполису пешком. Люди жалуются, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно. Такие многокилометровые заторы на дорогах в центре города наблюдаются уже несколько дней. Люди простаивают в пробках по несколько часов. Многие, опаздывая на важные встречи, просто выходят из машин и идут до нужного места пешком. Это куда лучше, чем сидеть без движения в автомобиле, говорят алматинцы. Татьяна Хильтова, например, уже полтора часа пытается пешком добраться до дома. Говорит, иначе никак. Автомобили стоят без движения, а автобусов и вовсе не видно. Я иду пешком, потому что автобусы отказываются идти, и они просто-напросто разворачиваются на Березовского. Из-за пробок, из-за того, что невозможно проехать. Ремонт этот, можно же было это делать все в субботу, в воскресенье, в ночное время перекрывать это все. Возмущает алматинцев и то, что меняют асфальт и бордюры в тех местах, где дороги в ремонте не нуждаются. Новое на новое у нас в Казахфильме уже третий раз бордюры меняют, арыки меняют уже третий раз. Новые бордюры берут, ломают. Просто грабят страну и все. Я уже все на встрече, все опоздал. Почему именно в 12 часов начинают эти копать? Самое драгоценное у человека – это время. И то, что люди убивают это в пробках, это, мне кажется, безобразие какое-то. Вот кто-нибудь из правительства постоял бы, и он бы понял бы, что это такое. Автомобильные заторы наблюдаются сразу на нескольких главных магистралях города. Картина на проспекте Аль-Фараби уже стала поводом для горьких шуток в соцсетях. Вы, наверное, сейчас выезжаете. Долго ехать. Чтобы что? Чтобы хотя бы вот на этой неделе вернуться. Власти города с обвинениями не согласны. Людей просят проявить понимание и терпение. Та информация, которая говорит о том, что мы новые бордюры меняем на новые, абсолютно неверная информация. Как вы видите, на данном участке монтаж бордюров, она выполнена за счет существующих бордюров. Только эти бордюры, они уложены по высотным отметкам того асфальта и бетонного покрытия, который мы на сегодняшний день укладываем. Все дорожно-ремонтные работы на магистральных улицах власти Алматы обещают закончить до начала учебного года. Даже дают гарантию, что простоит это все 10 лет. Но алматинцы уверены, следующим летом мегаполис снова перекопают.